Добрый день, друзья! Меня зовут Сочетаева Светлана, я партнер компании Skinny Body Care. Сегодня замечательный день. Сегодня мы получили свои доходы на такую пластиковую карточку Пионер, на которую нам компания перечисляет еженедельно и раз в месяц по результатам работы за месяц наши доходы. Вот такую вот сумму я сняла со своей карточки Пионер. 6000 рублей я заработала. Причем, друзья, у меня был такой период, месяц мне пришлось в компании не работать, поскольку у меня был переезд в новую квартиру, не было интернета и не было возможности заниматься работой в интернете. Хочу вам дать небольшой совет. Никогда ни у кого не спрашивайте совета. Как вам заработать больше денег? Идти ли вам в ту либо иную организацию работать, либо в ту или иную компанию работать? Сколько они вам могут заплатить в ту или иную компанию? Если человек зарабатывает столько же или меньше вас и пытается научить вас жизни, не слушайте этих людей, поскольку они вам хорошего ничего не посоветуют. За вашу жизнь отвечаете вы сами, строите вы свою жизнь сами. Всему надо учиться. В любую компанию, в которую вы приходите на работу, вы проходите стажировку, когда вас там всему учат. Только потом вы со временем, спустя несколько месяцев, дней, там, лет, вы получаете огромнейший опыт, поскольку вы начинаете просто переучиваться и чему-то учиться новому. Поэтому, друзья, никогда не сомневайтесь в том, что у вас что-то может не получиться.